уговаривали, как могли. Ну ты же можешь. Мое нутро теноровые, и вот эти арии, которые поют именно лирические тенора, они всегда вызывали какой-то трепет, восторг и желание их петь. Ну, пою уже, ну, как есть, на разрыв аорты. Слушайте, я первый человек, кто спел Травиату на итальянском языке. Вот. «Голоса 21 века» с 6 по 9 июня на нашем канале. Однажды зимним вечером подъехала тройка. Но мне необходимо тотчас следовать дальше. При скорби это никак невозможно. Лучше не все в разгоне. Не хотите ли чаю? Давай чаю. Дуня! Это дочь твоя? Дочка. Фильм Сергея Соловьева. Ваши лошади поданы. По повести Александра Сергеевича Пушкина. Пошел! Потом вдруг сердце стало ныть. Не видели ли вы моей Дуни? Нет, не видел. Станционный смотритель. От беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. Сегодня в Пушкинский день России на нашем канале. Затерянные сады Халлигана. Нет, это не просто сад. Он может рассказать тебе, кто ты есть на самом деле. Райский сад графства Корнуолл. Это место проекта Эдем. В нем захотело участвовать множество людей, которые вообще-то могли бы заняться и другими делами. Но они знали, что это будет что-то такое, чем можно будет гордиться. И их создатель Тим Смит. Я думаю, что люди становятся счастливы только когда они совершенствуют мир. Ведь какая польза от жизни, если не верить, что можешь создавать волшебство? Композитор, продюсер и садовод сэр Тим Смит в программе Ирины Никитиной «Энигма». 6 июня на канале «Культура».